Единой России. Партия Единой России. Партия Единой России. Единая Россия. 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 Партия Единая Россия. Партия Единая Россия. От партии Единая Россия. От партии Единая Россия. Единая Россия. От Единой России. От партии Единая Россия. От партии Единая Россия. Я член команды Единая Россия. От Единой России. Единая Россия. Партия Единая Россия. Это опора и поддержка нашего президента. Мы готовим новый пакет льгот для семей с детьми, одиноких родителей, беременных женщин. Могу и хочу участвовать в этом важном деле. Готов решать эти вопросы. И решение только одно – последовательное повышение качества жизни наших граждан. Услышать всех, помочь каждому. Являясь депутатом Государственной Думы, входя в состав фракции «Единая Россия», нам удалось принять очень много законов социальной направленности, такие как, например, закон о детском питании горячем. Многие из них не решались десятилетиями. Необходим рывок, нужен рывок. Повторюсь, нужны масштабные революционные вливания в обновление. Мы, депутаты на региональном уровне, одобрили все эти инициативы. Сейчас начнется серьезная аналитическая работа. Нужно разрабатывать новые законы. Законы пишет сама жизнь. Для меня главное – быть в постоянном диалоге с жителями, знать их проблемы. Все программы, которые я поддерживаю и на благо вас, избирателей. Люди – это наше главное богатство. Для меня очень важно, чтобы в центре социальной политики главным ориентиром был человек. В центре внимания – человек, семья, дети. Во главе всего это достаток людей. Главное – видеть людей, видеть их проблемы, стараться максимально использовать все свои ресурсы, чтобы оказать помощь и поддержку тем, кому это действительно нужно. Борьба с бедностью. Нужно увеличивать минимальный размер оплаты труда. Было сделано немало. Но много еще предстоит сделать. Я уверена, что вы и ваши близкие почувствовали нашу помощь. Мне это нравится. Это по-человечески. Люди за это платить не должны. У меня активная жизненная позиция. Я не могу остаться в стороне, когда вижу, что кому-то нужна моя помощь. Я благодарен вам за активную жизненную позицию. Они начинают сами себя кормить, как говорится. И это очень и очень здорово. Жители моего избирательного округа хорошо знают меня по нашей совместной работе. Я всегда доступен для обращения по любым вопросам. Стараюсь выполнять наказы моих избирателей. Это то качество, которое прививалось с детства. Сегодня важно объединить усилия по всем направлениям. Что я могу сделать? Восстановить экономику, зная, что легко не будет. А регулярная встреча с ветеранами вселяет гордость за героическое прошлое. Я считаю, что эту работу необходимо продолжать. Я со своей стороны сделаю все возможное. Хочу оказать максимальную помощь родной Липецкой области. Считаю, что могу оказать серьезную помощь жителям города и области. Считаю, что все поставленные перед нами задачи были успешно выполнены. Уважаемые земляки, прошу вас поддержать меня на внутрипартийном голосовании «Единой России». Очень надеюсь на ваше понимание и поддержку. Ну, еще я всегда при встрече с избирателями не даю обещаний, тех, которые я не могу выполнить. Я всегда говорю, лучше выполнить обещания, чем наврать, потому что когда предварительно идет встреча с избирателями, многие депутаты обещают, но свои обязанности не выполняют.